журналиста? Я хочу представить вам нашего нового ученика. Меня зовут Арсений Иванов, я из Москвы. Моя мама психотерапевт. Снежинка, да прекрати сейчас же! Я знаю Неженку. Даже повздорили немного. Папка-то у тебя есть? Папка тоже шизик, по-моему, какой-то. А папы, да? Нету, он же тоже мамку бросил. Думаешь, это все не фигня? Реально голосуй мертвый? Думаю, да. Какие люди в Голливуде? Основной причиной развязки войны стало соперничество ведущих государств за сферы влияния в мире. То есть тебе кажется, что мы живем в кармане? Да. А тебе нет? Чего молчишь? Нравится? Слушай, хороший парень. Твои стихи. Зачем ей верить, если страшно? Когда-то ты была прекрасна. Когда же он меня простит? Но почему она молчит? Я бы хотел прочесть стих моего друга. Ну, ты брал. Что, нравится тебе жить, что ли? Самое главное, чтобы он был человеком. Забили до смерти сознание. Чтобы он по-настоящему любил. И притупили чувства зов. Но разбивая зеркала, не отделишься от окон. Ты кого-нибудь любишь? Пока живем, мы отражаем. И отражаемся в глазах, и бесконечно заражаем, пока не станет ясным глаз. Чё-то.